Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодняшняя моя серия будет посвящена детям, а точнее детской игре. И называется она Calling All Mixel. Ну что же, ребятушки, давайте играть и наслаждаться. Как вы, наверное, уже поняли из заставки, мы будем с вами играть за чудесных и странных существ. Миксели, вперед, играть! Довольно забавно и мило сейчас показали нам, конечно, но познакомьтесь с инфернитами. Раскаленные инферниты обитают в магмовых пустынях неподалеку от ядра Земли. Они невероятно вспыльчивы, зато в готовке шашлыка им нет равных. Нажмите здесь, чтобы начать приключение. Освойся в игре и познакомься с Флейном, лидером инфернитов. Ну что же, давайте познакомимся. Какой чудесный. Веселый малый. Так, ну что, этот главный умник своего племени, он сохраняет спокойствие в любой ситуации, даже когда его голову охватывает огонь. Ну что же, мы будем с вами играть за одного из, так сказать, существ огненного племени. Его зовут Флейн. Ну что же, давайте посмотрим, что он у нас умеет. Выбора микселя у нас нету, способностей нету. Приступаем к игре. Пора повеселиться. Обожаю фестивали. Надеюсь, там будут бутерброды с колбасой. Нажмите, чтобы переместить микселя. Отлично. А это еще кто? Это что за злодей такой? Недовольный какой-то, злой. Никсели ненавидят микселей. И то и дело норовят сорвать кубиты. Никсели постоянно пытаются испортить веселье. Ну что же, давайте проучим его. И все. Ух ты, посмотри, что там. А там у нас какой-то подарочек лежит. Давайте глянем. Обожаю подарки. И потрясающе, собирая подарки, можно получить специальные предметы. Если их смешать, получится поразительные вещи. Ух, сколько вас! Нажмите кнопку, чтобы воспользоваться способностью. А ну-ка, ребята, получите. Замечательно. А мне этот огненный парень нравится. Так, надо отдалить изображение. Сейчас, ребята, секунду. Ага, вот так это делается. Прокручиваю экран, чтобы осмотреться. Теперь мы должны обратно приблизить экран. Отлично, все у нас получается. Ну что же, продолжаем играть. Подождите, я этого не хотел. Хотя здесь вижу никселей. Так, нажми на оглушенных никселей, чтобы использовать спецатаку. Вы видели, как здоровски им досталось? И я получил новый уровень. Ух ты! Опа, а вот это плохо. Вы смотрите, что произошло. Он пришел на вечеринку, а они забрали. А где народ? Может, все ушли пораньше? Надо проверить. Спасите, выручите меня. Ах ты, смотри, какие поганцы маленькие. Утащили нашего друга, видимо. Давайте поможем, спасем его.
Так. Инструкции Макс племени Горл. Ну, ребята, иди сюда, Никсели. Вот так вот. А вот большая вспышка вам. Отлично получилось. Они все отдыхают. Нажмите, чтобы открыть шкаф. Ну, это я люблю. Давайте откроем. Ух ты, какой интересный монстрик. Классно. Чем-то похож на быка. Он робок и беспокоен, а его гигантские ноги способны вызывать землетрясения и проламывать стены. Ой, Никсели схватили всех остальных Микселей. Как хорошо, что они не добрались до тебя, Флейн. Да, и это было первое задание у нас, ребята. А какая музыка-то хорошая. Ну что же. И к нам добавился Сейсмо. И теперь у нас два Микселя. Меня это радует. Найдите других Микселей. Сила Никселей 3. Дай Никселям огненный отпор. Так, ну что же, давайте возьмем и сделаем им отпор. Создавайте новые башни и улучшения, чтобы противостоять Никселям. Ох ты, что это они там охраняют? Смотрите, огромный радужный кубит. Нужно прогнать Никселей. Да, я с вами согласен. Нужно прогнать этих злодеев. Пока идет битва, можно выбирать и перемещать каждого Микселя отдельно. Ух ты, побежал он куда-то у меня. И просто раздавил своей огромной лапой одного из Микселя. Также можно переместить всех Микселей сразу. Ух ты, подарочки оставили какие-то мне. Так, получаем камни. Найдите кубиты, они нужны для смешивания. Для микса. Ух ты, это что такое? Это... А, это огромный кубит. То бишь радужный кубик. И нам нужно его захватить. Точнее, скажем, отобрать у Никселей. Давайте. Дави их всех. Сейсмо. Отлично. Давай. А покажи-ка им землетрясение. Великолепно. Флейн у меня зажигает, как всегда. Давайте-ка сюда сбегаем. И еще разочек. Замечательно. Ну что, им хватило? Ух ты, сколько я уровней получил. Получилось. Ух ты, я нашел себе новую базу, ребята. Прикольная музыка, мне нравится. Ура, смешаем добытые предметы и получим коллектор, чтобы собирать кубиты. Нажмите, чтобы выбрать радужный кубит. Ну давайте выберем его. Нажмите, чтобы получить коллектор кубитов. Принимаем. Ого. Микс. И мы что-то с вами, ребята, должны получить, по идее. Ого. Ого. Нужно построить башню для защиты коллектора инфернитов. Так, строим башню. Вы посмотрите, да? Какой-то огромный пылесос с отбойным молотком добивает нам кубиты. Прокрути колесико вниз, чтобы выбрать. Ну, давайте вот этого выберем. Цветочек. Бам! Как прям попкорн какой-то. Так, вот мы и вырастили цветочек. Вау-вау-вау-вау-вау, это что такое, а? Ух, сколько их тут набежало. И они хотят забрать мой большой кубит. Я не могу этого позволить. Ни в коем случае. Вот они маленькие, как я. Злодеи. Ух ты, а мой цветочек-то, оказывается, вниз стреляет. Так, Сейсмо раздавил последнего. Ну что, кто-то еще будет или нет? Так, ну раз миссия не заканчивается, значит еще кто-то на нас нападет сейчас.
Ох ты, смотрите, какой главный тут вышел. С каким-то знаком. Давайте сделаем микс. Нажмите на кнопку смешивания. Вау. И... бам. Мы получили огненного сейсма. Который очень быстро расправился с этим врагом. И мы прошли этот уровень, ребята. Открыт новый микс. Пора спасать микселей. Я только за. А сколько же у нас их будет? Смахни про экрану, чтобы прокрутить землю. Вау! Ничего себе! Земли кракстеров можете раскопать, и я раскапываю. Опа, это кто такой у нас? Стоять! А, здорово! И всех ударил молнией. Познакомьтесь с кракстерами. Шахтеры-работяги, кракстеры живут в пещерах. Так. Миксели захватили Валектора. Найдите камеру и спасите его. Давайте приступим к этому заданию. Так, а у меня только лишь двое, да? Флейм и Сейсма. Ну, пока, значит, этого нам достаточно, чтобы играть. Вау, что тут у нас? Так, я вижу ящик. А значит, там может быть миксель. Вызвали микселя. Это у нас задание такое. Ну что же, пойдемте спасать. Так, подарочек у нас здесь, в котором оказался радужный кубик. И еще подарочки лежат. Тележка. Тележка. Какие-то переключатели странные. Ух ты, сколько подарков дали нам. Давайте их всех побыстрее собирать, пока никсели их не растащили. А они уже тут как тут, уже стоят. Ждут нас. Ну давайте их немножко пожурим. Так. Сейсма, накажи одного вот этого вот маленького. Да-да-да, раздави его ногой. Потому что он злой. Так, мы получили уровень. Так, хорошо, подарки мы забрали. А дальше что делать? Куда идти? Ага, переключатель здесь. Ага, мостик у нас вырос. Точнее, появился. И опять же здесь эти миксели зловредные. Вау, куда? Они прям ко мне в экран залететь хотели, а? О, Сейсма, молодец. Давай, тряси землю. А этот Никсель, смотрите, какой. С пушкой у нас. Еще злее, чем обычный. А вот и наш ящичек. Но мы пока его не будем брать. Давайте мы здесь оглядимся. Видите, сколько здесь всяких вкусностей, подарочков лежит. Давайте вот этот заберем. Еще, который вот тут вот стоит. А теперь, я думаю, можно и открыть большой сейф. И мы с вами спасаем какого-то желтенького непонятного человечка. И, по всей видимости, он электрический. Этот рассеянный шутник непрерывно вырабатывает статическое электричество. Так и есть, ребята, он электрический. Миксель у нас. Ну что же, а нам показали, что надо расправиться с никселями. Да, можно запутаться, да, в названиях. Миксель, никсель. Ну, по-другому их никак не назовешь. Делаем микс. И получается у нас... вау! Опять же, огненный топотун. Ух ты! Вот это классно было. Вы видели, как сейчас электрический миксель сделал свой суперудар? Ну что же, прошли мы уровень. И спасли нового микселя. Очень хорошо, ребята. Давайте с вами продолжать. Валектра.
А их всего 27, а у нас только 3. Так что путешествовать здесь придется очень и очень много. И что мы здесь можем получить? Меры предосторожности. Один из микселей куда-то исчез. Здесь есть несколько камер, где могут быть заключены они. Давайте поищем, посмотрим. Вдруг нам повезет, и мы отыщем для себя еще одного микселя. Ага, он находится очень далеко. И здесь и второй сундук. И третий. А как же нам узнать? Нам, наверное, придется каждый из них проверить. Откройте нужную камеру, чтобы спасти микселя. Ну что ж, давайте поищем, посмотрим. Так, нам, наверное, надо пройти через эту пещеру. Все верно. Ага, мы еще к тому же вообще находимся в пещере. Ага, никсели пока мы не видим, значит все хорошо. Вот они. Ну, только хотел сказать, что все хорошо и тихо и спокойно. Эти злодеи тут как тут уже хотят нам помешать спасти нашего друга. Но мы не можем этого позволить. Мы их хорошенечко проучим всех. Отлично, мы справились. Ух, а тут еще больше. И все с бананами, и с бумерангами они. Может, да, они с бумерангами у нас оказываются. Я вначале думал, что это бананы. Так, давайте их проучим. Ну, какие злые, а? Никак не успокоиться. Давайте сейчас по-быренькому расправимся. Вот так тебе. Так, ну что, а теперь, наверное, нам пора выбегать отсюда, да? Так, туда не бегут, сюда почему-то тоже не бегут. А сюда? И сюда не могут бежать. А что ж такое-то, а, ребят? Что случилось-то? Не пойму немножко я. Подождите, 7... А, вот же у нас стоит. Спрятался он, оказывается, а? Ха-ха. Да не тут-то было, от меня не спрячешься. Так, давайте бежим далее. Где же этот сейф большой, а? Я хочу его побыстрее вскрыть и посмотреть, какой миксель у нас там сидит. Ох ты, вот он. И... Бам! Ух ты, мы получили какого-то веселенького лупоглазого человечка. Ух ты, какой он шустрый. Этот неугомонный проказник невероятно быстро перемещается благодаря реактивным струям. То бишь это у нас супер быстрый миксель будет. Ту-ту-ту. И мы спасли еще одного микселя. Спасли еще одного нашего друга. Зорче его звать. Ну что же, а вы посмотрите, сколько здесь их должно быть. Будет очень интересно всех их найти. Ну а мы с вами переходим к следующему заданию. Победите 10 никселей, чтобы добраться до главного никселя и одолеете его. В принципе, я думаю, ничего в этом сложного не будет у нас. Приступим. Так, нам показывают, куда нужно добраться. Если честно, не особо и далеко. Бейте никсели, пока не появится главный. О, что ты тут мне флажками машешь? Нет, у него были не флажки, а какие-то мухобойки. Как-то мы быстро с ними расправились. Ну где же вы все? Куда вы попрятались-то? Ага, вот. На-ка, получи огоньку.
Куда ж там побежал-то, а? Ах, смотри-ка, он из пушки по нам стреляет. Ну все, отстрелялся он свое. Так, а здесь можно пробежать, нет? Можно. Опять этот с мухобойками. А мы его электричеством. Отлично, справились. Подарочек у нас тут лежит. И еще один подарок. Ух ты, а это кто такой здоровый? Ну-ка, давайте-ка его по-быстренькому, иначе он может побить моих микселей. Микселей, точнее. Все, куда-то он улетел. Нет, он вернулся, а? Давайте сделаем микс. Бам. Ну что? Злой большой миксель, скажешь. Вот так мы его поджарили просто-напросто. Долго не стали с ним. Подождите, а где мой... А, вон, я уж потерял. Думал, электрического с нами не стало. Но он бежит, бежит. Впереди всех. Подождите, а что здесь надо сделать? Здесь мостик поднят. Нам туда не пройти. Видимо, мы что-то где-то упустили или пропустили. Ну, я предлагаю вернуться обратно и посмотреть. Скорее всего, мы что-то должны будем найти. Или какой-нибудь рычаг. Или какую-нибудь кнопочку. А может быть, даже вообще обходной путь. Так, еще какой-то подарочек лежит. Ну, это какие-то запчасти от Лего. Они нам здесь особой роли не играют. Поэтому не будем особо заострять на этом внимание. Очень интересно, туда нам не пройти тоже. Давайте сюда, на этот мостик зайдем, посмотрим. Такое впечатление, что это наше начало игры. А здесь злодей. С боксерскими перчатками бегал. Почему они такие злые? Чем мы им не угодили, а? Ага, видим. Спасибо, что показали нам, где следующие враги. И еще один подарочек. Ну что же, это понятно все. А это что тут у нас? Огорожено типа, да? А я уж думал, может быть, какая-то ловушка. Вот они. Идите сюда. А куда вот тут-то убежал у нас? Ага, он у нас прыгает, оказывается. Ну что же, давайте проучим этого прыгунчика. А так, землетрясение, молния. И огонечка в придачу. На. Смотрите, уцелел. Уцелел еще до сих пор? Это, видимо, их босс. Какой-то он больно сильный был. И... Нет, ребята, это был не босс. Это был обычный противник. Хотя нет, это был босс. И у нас все получилось. И мы продвигаемся дальше. Так, какая-то коробка. Ну что же, приступим. На острове происходят странные вещи. Включи переключатели и наведи мосты, чтобы узнать, что же там происходит. Ну что же, выбираем всех трех микселей. Хотя у нас еще есть один, давайте его попробуем. Так, здесь можно взять какое-то непонятное. Так, и, я так понял, лужа огненная, наверное, скорее всего. А у этого ничего нет. Давайте приступим. Ха-ха! Так. Нам показывают на какой-то сияющий предмет. На острове творится, да, активируйте переключатели. 4 штуки.
Ух, как он бежит, а. Прям с огоньком, так сказать. Подарочки. Ух ты, целая полянка этих никселей зловредных. Вау. Какую он огненную сделал лужу. И я смотрю, мне нравится. Бегают бедняжки по ней. Обжигают ноги себе. Ух ты, как он скоростной-то у нас. Ага, один переключатель мы включили. Ну, видимо, их здесь еще три штуки где-то. Надо их найти. Иди отсюда с мухобойками. Что, не нравится? А нам здесь комфортно. Даже очень, я бы сказал. Так, давайте вот этих вот еще немножечко добьем. Все, расправились. Да сколько же вас тут много-то так, а? Давайте сделаем, наверное... А, у нас нет энергии. Так, пока мы здесь стоим, они к нам подбежать практически не могут, потому что мы стоим в огненной луже. Они бегают как ошпаренные. Так, я вижу еще один переключатель. И осталось два. Где же еще два? Так, тут пусто. Опять целая куча этих никселей зловредных. Нам не обойти, нам нужно идти к ним навстречу. Получите, злодеи. Вот вам. Обжигайтесь. Топотунчик. Еще лужу. Так, ну вроде бы последний остался. Все. Зорч, забери подарок. Забрали. Новое пополнение какое-то мы сделали. А почему не открывается? Ага, вот, еще один остался. Я его даже не увидел. Так, это был третий рычажок. Нам осталось найти последний. И я думаю, уровень будет пройден. Жалко, что здесь нету карты, на которую можно было бы посмотреть и увидеть, где он находится. Нам приходится все время здесь оббегать. По лестнике спуститься нельзя. Давайте вот сюда сходим. Ага, вот рычажок. Смотрите, как они не любят эту огненную лужу. Просто с нее убегают. Ну не тут-то было. Мы их и здесь поймаем. Так, ну что, справились мы, да? Нет, еще один остался. Все, теперь справились. Открывайте нам рычаг. Выясни, что происходит на острове. Ну, это мы любим. Побежали, ребята. Давайте только вот этот подарочек возьмем еще. Раз. И второй. И побежим туда, на мостик, который нам спустили, чтобы... Ах, смотри, не так все просто. Не все так просто. Они нам будут всячески мешать до туда добраться. Ну что, победили. Забираем подарочек наш. Идем, наверное, на мостик, да? Сейчас посмотрим, здесь что-нибудь есть. Здесь ничего нету. Побежали на мостик тогда. Что тут у них на острове происходит? Хотелось бы узнать. Да как бы вроде бы и ничего особенного, просто их очень много здесь. Сейчас мы с ними по-быстренькому разберемся. Знаете, получите огоньком вас всех. Все, мы справились. И что?
У нас получилось открыть специальный предмет. Ну что ж, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока! Can't stop now.